Ну, в ходе, как говорится, проведения всех мероприятий, которые здесь проходят, в мечети приходят, многие спрашивают, хотели бы познать религию Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, научиться арабскому алфавиту, чтобы потом как бы в той или иной степени научиться читать Коран от первоисточника, не по каким-то либо там переводам, транскрипциям, что-то от каких-то, как говорится, книжек, а именно чисто оригинал брать, изучать, вникать, размышлять. Как говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это книга для размышляющих. И нужно действовать в соответствии с тем, что ниспослал Всевышний Аллах Субхана Тааля. Это руководство для нас в первую очередь является Коран, на котором мы должны основываться, и сунна нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И придерживаться этих двух вещей нам сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Для нас это уже обязанность. Кто будет держаться за эти две ветви, тот будет обрадован в судный день.